Что такое АУЕ? До недавнего времени мало кто из саровчан знал об этой аббревиатуре. Но после серии хищений в торговых центрах подростками в городе заговорили об их причастности к некоему арестантско-уркаганскому единству. Но сотрудники полиции считают, что все гораздо прозаичнее. Ну, причисляется, то есть, к группе, то есть, и говорить, что это осознанная группировка, то есть, это, ну, такого нет. То есть, это молодые люди, то есть, подростки, которые, как говорится, неблагополучные. Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли совершенные подростками преступления и сейчас проводят работу по разобщению компаний малолетних нарушителей. У одного из них уже есть опыт отбывания наказания. И освободившись, он вновь принялся за старое, совершив за 2 недели более 10 административных правонарушений. Сейчас он нарушил ограничение суда. И буквально эта неделя, то есть уже помещен в следственный изолятор. И оттуда уже будет направлено специализированное учреждение закрытого типа. Остальные ребята находятся под наблюдением комиссии по делам несовершеннолетних. Специалисты контролируют их поведение в общественных местах, посещение школы и проводят профилактические беседы с подростками и их родителями. Психологи считают, что воровство – это одна из форм девиантного поведения, когда человек игнорирует общепринятые социальные нормы. Нету денег, не хватает. Он, несмотря на чувства окружающих, несмотря на чувства своих близких людей, ему все равно, как, что чувствуют другие люди, он начинает удовлетворять, нарушая правила поведения в обществе, начинает удовлетворять свои нужды. Ближайшее будущее этих подростков будет решать комиссия по делам несовершеннолетних, и, скорее всего, еще 3 из них проведут 30 суток в центре временного содержания. Если повторность будет, тогда уже будем помещать в закрытую школу. Тогда уже там срок больше, то есть на 2-3 года это будет решать суд. Если человек не понимает, то будем таким образом действовать. По мнению психологов, спровоцировать девиантное поведение детей могли многие факторы, в том числе и неблагоприятная семейная обстановка, отсутствие друзей и влияние социальной группы. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.